Госпожа, мы следовали курсом Иллидана прямо на восток, как вы и приказывали. Но этих загадочных островов нет ни на одной из наших карт. Я так и знала. Должно быть, эти острова возникли совсем недавно. Почему вы так думаете? Эти развалины, Наиша. Я узнаю их. Когда-то здесь был великий город Сурамар. Его построили еще до того, как наша цивилизация скрылась в морской пучине 10 тысяч лет назад. Но как? Вы хотите сказать, что эти острова каким-то образом поднялись с морского дна? Это возможно. Хотя в нашем мире почти не осталось тех, кто владеет такой сильной магией. Как бы то ни было, над этой загадкой мы поразмыслим позже. Пока нам необходимо разбить лагерь в глубине острова. Отдохнув и восстановив силы, мы продолжим поиски Иллидана. Сюда, сестры. Разобьем здесь лагерь, а потом продолжим охоту за Иллиданом. Приветствую вас, ребята, на канале Early Game Online. С вами Росси, и мы продолжаем вместе с Маев и ее стражами охоту на Иллидана. Это Warcraft 3 Reforged, вторая глава кампании «Ужас с глубин» или «Ужас морей». Смотри, какой перевод. Итак, наша основная задача – это найти Иллидана. Вроде все просто. Так, значит, рудник мы уже сразу оплели. Есть парочку у нас. Надо больше лунных колодцев. Это в любом случае. Также добавим дрожжевое. Так, Древо Чудес. Теперь вы можете приобретать предметы у Древа Чудес. Спасибо. Так, что тут у нас есть? Ага. Значит, еще возьму себе пару лучниц. Где-то так. Давайте светляков. По героям у нас больше никого нету. Возьмем себе зелье ясности, ману, которая восстанавливает. А здесь надо немножко улучшиться, чтобы получить зелье. Так, есть у нас два транспортных корабля. Ага, гоблинская верфь. Это уже отлично. Давайте возьмем военные корабли. Так, лунный колодец готов. Еще один. Так, а здесь я хочу... Есть у нас транспортный и фрегат. Здание готово. Недостаточно... Сильно разогнался. Ладно, пока. Добавь фрегата, пускай. По улучшениям. Светлячки плохо работают. Я считаю, надо больше светлячков на золоте. Но, к сожалению, мы это сделать не можем. Так, еще одно охранное дерево хватает. Давайте. Ребятки, если вы не смотрели прошлую серию, расскажу вам немножко, что там происходило. Значит, Маев со стражами гнала за Иллиданом. Мы узнали, что ему помогают наги. Он заручился их поддержкой, и теперь они на его стороне. И, в принципе, он пытался при отходе уничтожить корабли, дал такую команду, для того, чтобы мы не могли отправиться за ним в погоню. Но это же Маев. И поэтому мы все равно догнали его, насколько это было возможно, высадились вот на этих странных берегах, и теперь продолжаем их поиски, его поиски. Так, я, значит, что хотел. Надо, короче, где-то пойти ее качнуть. Да, понятное дело. Так, ну все, этот сидючок помер, считайте. Давайте тогда еще вот так. Вот эти все поставить на автохил. Так, надо потише посмотреть, что у нас происходит и где. Подруга уже тоже готова с нами идти, но оставим ее здесь для охраны. И ладно. Смотрите, Макруба Краб, он хочет с нами драться. По нему уже это видно.
близится финал. Тут уже побольше макрубы крабов. Такая неудобная раскладка, как по мне. Мурлоки. О, лагерь. Я люблю крушить их строение. Оп, свиток исцеления, отлично. Но мы им пока пользоваться не будем. Мы сейчас зайдем на базу, хильнемся в лунных колодцах, но... А теперь давайте крушить. Кстати, у нашей подружки Наиши, у нее есть уже лунная глефа, которая рикошетит между врагами. Это круто. Ух ты! Даже так? На нас тут будут нападать? Это поворот. Наги, осторожнее, сестры. Никто не знает, что они для нас приготовили. Да все мы знаем, что вы. Все, что вы можете. А этот краб-отшельник с вами. Еще заодно и мурлоки получат. Просто потому, что они здесь рядом стояли. Отлично. Так, а почему, я не понял, че ее никто не полечил? У нас тут есть раненые. О, все. Так, дерево, дерево, дерево. Где там наше главное дерево? Виновные будут наказаны. Ашал Тарадон. Еще есть путь наверх. Наши воины вступили в бой. Я завершу начатое. О, мурлок-мародер. Ты такой же серьезный дядька, наверное. Потратим даже на него наш отравленный дротик. Молот силы. Плюс одна к силе. Блин, лучше бы дали что-то на урон. О, гоблинская лавка. Че на? Че? Рассеивает магические эффекты в указанной области. Свиток возвращения, свиток исцеления. Ну, возьмем на всякий случай свиток возвращения сейчас. Так сказать, чтобы перестраховаться. Иди сюда. Ого, он денег стоит. Нифига себе. Знал бы, что так много не платил бы. Тут еще две халабуды, мы их не разбили. Неужели везде пусто? Да. Еще поселение. Так, ладно, пока они там дерутся. Наши воины вступили в бой. Нам позволяет, так сказать, количество. Нет, хрень. Хотела второе улучшение по второй ветке сделать, но не вижу смысла. Я вообще не любитель дриад, медведей и друидов. Вообще эльф это, если честно, не моя раса. Мне больше Альянс нравится. Я уже заждалась. Ну, нежить прикольная. Самое время. Я завершу начатое. А что здесь у нас? Может, какой-то проходик куда-то есть? Будут наказаны. Проходика нет. Улучшение. К сожалению... Ага, мы сюда не ходили. Или ходили. Я ходил вниз, сюда я не ходил. Заодно полечимся возле лунных колодцев. Еще бы мне светочка какого-то бы взять. Починить стража. Укажи мне путь. Так, че? Нормальная тема. О, видите, тут два морских великана нас... заждались. А, и даже еще Москва и Исполин. Ну, это нормальная такая тема. Ашал Тарадас.
И что с тебя выпало? Ни хрена. Интересно, а тут что-то есть? О. Отлично. Я бы еще сюда прыгнул, не знаю, она прыгнет или нет. Не, надо сейчас разведать местность. Ну и ладно, ну и не будем. 150 к запасу маны героя. Это неплохо. Так, подлечимся. И возьмем, наверное, с собой Глефу. Я так думаю, что Глефа отлично впишется в нашу веселую компанию. Правосудие свершится. Все, погнали. Самое время. Укажи мне путь. Видите, здесь... Ну ладно. О, тут драка. Какой королевы, что ты бредишь? Орк. Я чувствую, что он как-то связан с демонами. Мир тебе, незнакомка. Старый странник не ищет ссоры ни с тобой, ни с твоим народом. Я Драктул. Некогда я был могучим чернокнижником из клана Бушующего Шторма. Ныне же я последний в своем роду. Что ты здесь делаешь? Вот уже почти 20 лет, и днем и ночью меня преследуют духи умерших, которые так и не обрели свой покой. Если ты заставишь их замолчать, я поведаю тебе свою историю. Я подумаю. Блять, по факту, нахрен нам твоя история встралась вообще? Историк херов. Выгода какая? Может, а, хотел его халабуду развалять, я не могу. Так, там тоже какой-то порт. Так, что надо? Угу. Уничтожьте 3 могильника, принесите Драктулу костяной артефакт. А как туда попасть? Вот проход. Туда кораблями, наверное, надо. Может попробовать запрыгнуть блинком? Ну, то есть скачком. Я извиняюсь. Ну. В принципе, у меня тут хилка есть. Может, я ею и затащу этот движ. Да. Так, ну они там дерутся, наверное, да, между собой? Пусть дерутся. Это мне не мешает могильники уничтожать. Я уже заждалась. Самое время. Ух ты. Сделаем так. Есть. Ага. Опа. Нифига себе. Летающие. Да ты это. Надо костяной артефакт взять. Просто отвлекся. Так, а чё ж как тебе, блин? Ладно, выпей тогда зелье. Вот так. И возвращайся обратно. А вы, драчуны, валите сюда. Кроме тебя, светлячок, ты почини-ка мне вот это. Так, ты здесь. Блинк. Что-то, кстати, выпил зелье. А, это же регенерация маны, блин, это дрочило. Я что-то считал, что на хп меня восстановит. Не прочитал.
Точнее, прочитал, но не запомнил. Виновные будут наказаны. Так, а чему там? Чем мы остановились? В исследованиях, в улучшениях? Я погнали. К орку. Ты, наверное, мы тебе принесем в жертву. Вырасти еще сторожевое дерево. Но мне эти летающие юниты, конечно, не понравились. Мы так не договаривались. Самое время. Мертвые больше не станут тебя беспокоить, старик. Благодарю, незнакомка. Что ж, послушай мою историю. Около 20 лет назад великий чернокнижник Гул'дан поднял эти острова из морской бездны. Он хотел открыть старый склеп, в котором покоятся останки темного титана. Саргераса? Того самого, который создал легион? Именно. После того, как много веков назад Саргерас был повержен, его останки заточили в подводной гробнице. Гул'дан считал, что если он сумеет найти ее, то завладеет силой темного титана. Из-за его гордыни погиб и он сам, и все воины нашего клана. Их разорвали на куски разъяренные демоны. С тех пор я брожу по этим островам, и меня преследуют призраки убитых товарищей. Какая печальная и поучительная история. Напрасно я упокоила призраков. За то, что вы здесь натворили, ты заслуживаешь куда худшей участи, чем их общество. И чё, давайте его убьем? Не можем его убить, к сожалению. И мы получили Дианема, плюс 6 к интеллекту героя. Блять, оно все такое беспонтовое для меня. Исцеляющие идолы. Виновные будут наказаны. Ну, классная тема, но мне не лезет. Еще одна гоблинская верфь. Блин, в любом случае нам придется нанимать. Транспортники. Можно было бы и один, блять. Ну ладно. Так быстро уже, что ли, мы к концу подходим этой главы. О, сейчас будет драка. Драку я люблю. Так, а что ты стреляешь тоже? Ты ж можешь стрелять. Это еще источник здоровья. О, ап. Я откачну. Что там дальше? Нельзя никуда проплыть. А ну-ка, плыви в разведку. Ну что, это какой-то остров. Наверное, на него можно высадиться. Я так думаю. Ну, вот золотой рудник здесь. И что, его никто не охраняет? Так, хорошо, тогда... Ну, блядь, начинается лунная колодца, нужно больше, помогите, спасите. Ладно, ты, значит, и вы. Слушай. Вы газуете отсюда. Выхожу из засады. Куда ты поплыл, умлешенный? Воистину. Залазьте, хлопцы. Хлопцы и девчата, в основном девчата. Так, и ты вези их сюда. Так, а вы садимся вот сюда. А все не улазят. Я не боюсь. Где там наш фрегатик? Поплывем дальше. Меня интересует еще, что вот здесь. И вот там я не был. Короче, еще это большой кусок карты пропустил. Все из этого урка.
вернемся. Ух ты, ударный отряд Нах, смотрите, что происходит. Это погоня на больших скоростях. Они прям гонятся за нами. Мы их обхитрим. Мы, во-первых, возьмем еще... Блять, хотел сказать, что мы возьмем больше этого, но нихрена мы не возьмем. Фрегатов. Ага, и это я, получается, с базы забрал охрану. Они выплыли отсюда где-то. Сейчас мы им высадимся, там вольнем. По башке их бестолковой. О, вот, а тут нормальный движ пошел такой. Ну, мы тут тоже деремся. А, тут у них база полноценная, ребята. Мы сорвали джекпот. Лучница одна погибла, но она погибла смертью храбрых. Что тут у нас? Нормально, отобьемся. За стражи, ребята. Хил. Это такой мурлок стоял, именно наяривал по глефе. Видите, как они до последнего защищаются. Или надо было, блин, веер клинков прокачать. Так, ладно. Пока они там дерутся. Может, ты все-таки передумаешь? Так, что здесь у нас? Блин, лучницу эту теряем. Нет, не теряем, нормально. Значит, там какая-то хрень он вылезла. Нет, все-таки теряем лучницу, они ее хотят добить прям. Да. И с мертвой лучницей вылез мурлок. Она его просто прям родила. На ходу. Опа. Смотрите, как эти летающие подлетели, да? Не зря я туда кинул немножко войска. Но она может не справиться. Или может... Да, справились. Молодцы. Не зря Элуна на вас сделала ставку. Отлично. Раз здание готово, теперь нам нужно... А, он уже оплетенный даже. Теперь нам нужно сделать вот так вот. Короче, неплохо так порубало наш отряд основной. Добавим его так, наверное. Так, что тут у нас? Все улучшено, все изучено. Глефа подбитая такая у нас. Сейчас доплывем на обратном пути в этот колодец жизни. Подлечимся немножко. Так, а тебе, наверное, я тут одного из вас заберу. И хочу поставить здесь лунных колодцев. Блять, ну так пропустите его, и сможет он построить. Опять же, поставлю лунные колодцы чисто для того, чтобы это все в один поместились. Чтобы можно было лечиться, не более. О, тут у нас наемники. Маев. Так. Гигантская черепаха, отшельника из клана бушующего шторма, берегового краба. Легкий воин дальнего боя, воин дальнего боя. Может сражаться в воде, прыгать. Я хочу... Блять, не могу. Черепаха, поехали кататься. Нахуй на тебе надо. Нужно больше данных колец. Пожалуйста. Получите, распишитесь. Давай еще. Так, кто тут у вас?
раненый, больной. Лунный колодец вас подлечит. Так, мы можем еще нанять, кого я хотел. Я хотел крабов. Краб people. Поехали кататься. Ага, хорошо, мы это уже поняли. Поплыли. Опа, а тут что? Еще одна гоблинская верфь. Блять, ну красота, красота. Высаживайтесь. Хочу глянуть, что здесь на этом острове есть. Сначала пойдут крабы. Сначала пойдут ненужные, короче. Потом пойдут все остальные. Только пропусти. Маев, давай, ты должна успеть. Бля, крабы все поумирали. Я на них такую надежду ставил. Может, что-то выпадет? И шмоточка желательно. Ни хрена. А нет. Боевые когти плюс 5. Вот это тема. Для нее, как для ДД, это классная тема. А ну мы все залезем, интересно, в одну движуху. Ну почти. Ну почти. Ладно. Грузись во второй. Что тут у вас? Что тут у вас? Так, где-то у нас был фонтан жизни. Я уже не помню. А, вот он. Поехали, подлечимся. Так, а ты меня вот сюда сплавай. Я хочу глянуть, что здесь еще. Внизу я не был, вот тут что-то пропустил. Так. О, вижу. Владыка Вол. Вот это классная тема, я уже прям чувствую. Я как же к тебе туда попасть, только обходить, да? Ладно. Газуй сюда, еще глянем. Что там есть? А здесь давайте... Я чуть какую-то хрень не построил. Дерево чудес. Сторожевое дерево хотел. Вот тут. И сторожевое вот тут. Ты поставишь... Не знаю, колодец поставь еще. Так, что? Все живы, все здоровы, ну почти все. Смотрим, куда он там приплывет. Да, все, я понял. Черепахи, кладки. Слушай. Туда мы сейчас и поплывем. Так, эти пускай пополняются, а этот сейчас пойдет драться. Кстати, Глефа нихера не похилялась. Ну, я не думал, что на колодце жизни по техника полечится. Это, наверное, надо светлячков задействовать. Ну, плюс фрегат у нас тут есть. Эти два фрегата отдыхают. Сюда газуй, будешь тоже участвовать в бою. Сразу на нее накинулись. Вы что ж это делаете? Спасайся. Глупец. Ага, а вы никак не придете. Итак, теперь мы начнем бить кладки. Что тут у нас? Паучки, может, какие-то повлазают? Золотая монета. Блин. А, еще кладки. Еще кладки. Кстати, тут же она может стрелять по области. А если может стрелять по области, соответственно, может валить деревья. Все. У меня созрел план. Ну, этих забери. У меня созрел план. Мы сейчас приплывем сюда, выгрузимся. И с помощью глефы проломаем деревья и зайдем, наваляем этому большому лобстеру. Ловко я придумал. Я считаю, что это просто гениально. Не зря я, знаете, в стратегии немножко играл. Главное, чтобы Глефа могла высадиться, вот в чем дело. Так, Глефа здесь.
Да, она даже высадилась. Поэтому люблю ее. Поехали. Ломаем тут все нафиг. Так, высаживаемся. Ты нам не нужен пока. Так, Глефа, молодец. Ну тут еще пробей. И мы сейчас на лобстера прямому под хвост дадим. Оп. Противно природе. Привет. Я помню это место. Когда-то здесь находилась великая библиотека из Аль-Шура. Но в ней уже не осталось знаний. Лишь призраки, скорбящие о славном прошлом. Блин, засмотрелся на базу, чуть не потерял, блин, Маев. Короче, какую-то библиотеку хорошую нашли, классную. Ничему я несказанно рад. И там мы не отбились, они разбили, блядь, мне башню и уехали. Точнее, улетели. Камень Маны, а что он делает? Так, Репа. Ты, блядь, мешаешь тут всем, блядь, двигаться вообще. Как бы. О. Мешаешь двигаться, потому что ты не можешь проехать. Что, придется опять ставить, блин, этого? А вы куда смотрели? Оставил его сохранять, блин. Да, вождь, поехали. Сейчас мы зайдем. Там, где хранились знания, если вы понимаете, о чем я. Ну, что, проезжай. Уже может проезжать, уже не ври. Что не можешь. А если подумать? Так, все, теперь, короче, у нас новый ударный отряд. У нас ни хрена нету, блин, жизней. У Маев так точно. Макрура Волномут. Есть Баламут, а это Волномут. Волны мутит. Слабый свиток восполнения. И чё? Ага. Ну да, в принципе, да. Опять же, не было смысла рассчитывать на то, что я починю технику. Питком исцеления. Свиток защиты. Бесполезно для меня в данной ситуации. Ашал Карабас Барабас. Ну как бы все, мы, я как понимаю, мы зачислили это хренотень. Это еще можно разбить. Так, где там наш великий флот? Ну чё? Блять, не тех выделил. Все, поехали кататься. Вы видели, что произошло? Я чуть, блядь, свой корабль не разбил. Ну, все, поплыли тогда. На финальный остров. Валять им люлей. Тулула. Интересно, ты этих дурачков высадишь, блядь, или... Может, все должны будут умереть. Блядь, эти наги так нормально наваливают, слушай. Блин, у них слишком много крылатых. Мне это охренеть как не нравится. Не знаю, не могут пока... О, все, хорошо, что хоть корабли могут по крылатым стрелять. Так, ну, я считаю, что... Вот этих ребят тоже мы заберем. Где змеи? Какие змеи?
Поехали на помощь. У нас тут башня наяривает в спину, блин, а вы этого мурлока несчастного бьете. Ребята, ну вы же тоже как-то сопоставляете. Не хотел бы, чтобы Наиша умирала, конечно, но она умрет. Жаль. Так, все, тут Глефа потеряли уже. Так, ну. Я думаю, мне хватит этих войск, чтобы уже добить эту голову. Хотя Маев может рыгануть. Судя по всему. Поэтому она пойдет бить кого-нибудь более нейтрального. Типа вот этих ребят. Давайте, добивайте. Я так понимаю, мне потом нужно будет разбить врата и биться с Иллиданом, но я не готов. Уже Наишу мы упустили, так что уже некому мстить. Так, ладно, хорошо, это все хорошо, но нам надо восстанавливать войска, потому что нас ждет бой. О, это проблема. Но тут у нас есть корабли, которые нам должны помочь. Мы впустую тратим время. Ты дерись. Давайте присоединяйтесь, чего. Так, транспортники можно вернуть, наверное, обратно, потому что мне нужно будет забирать сейчас войска. Плюс еще рудник истощился. Мы их сейчас посадим и пойдем там добывать. Да понятно, понятно. Ну, это же говорю, уже гадалки не ходи, за теми вратами будет Иллидан. Ну, или там какой-нибудь из его подручных. Че не так? Спасибо. Спасибо, что вы сели. Так. Давайте, ребятки. Ну, уже есть тут немножко войска. В принципе, его должно хватить. Только перед именно этой боевкой я хотел бы Мае все-таки немножко подлечить. Так, плывите сюда. Где там наш транспорт же уплыл? Ну, как раз сейчас разменяемся. Я понимаю, что тут уже на меня никто не нападет. Но я просто хочу ребят занять каким-то важным делом. Пускай они поделают что-то полезное для общества. А, тут же есть транспортник. Туплю. Так, есть. Ты сюда. Не плыви к источнику жизни. Хотя бы остальных можно было подлечить. Но они, в принципе, нормальные ребята. Все спортивные, так что не хватит. На их век. Они, кстати, чтоб не стояли без дела. Пускай валят. А, да, даже так. Вот это поворот. Гробница Саргераса. Наконец-то. Слуги мои, оставайтесь снаружи и охраняйте вход. Если моя тюремщица доберется до этого острова, она непременно попытается последовать за мной. Иллидан! Я знала, что мы найдем его. Перебьем этих наг и пойдем следом. Однажды мы уже заточили Иллидана под землю. И я сделаю это снова.
Убейте нах. Ну, видите. В любом случае. Мне нужно было это сделать. Собрать новые войска для того, чтобы нах вальнуть. Хорошо. Здание готово, и это отлично. Так, ну вы с нами уже не сможете пойти. Смогут пойти вот эти ребята. Вы будете все теперь отряд один. Поехали. Блин, ну маны у меня не полные, но ничего страшного. И, кстати, Наиша участвовала в диалоговой сцене, хотя она уже давно копыта двинула. Ну а что такие ноги? Слушайте, такие они дебелые. Даже очень. Вот бы мне сейчас эти темы на исцеление бы пригодились. Ну, чего нет, того нет. Сейчас еще соточка будет, еще дротики кинем. Нормально. Нужно охватить этих войск, если что, Маев сама добьет, если не крякнет. Есть. Поторопимся, сестры. Илидана нужно остановить любой ценой. Вот так вот, ребятки. Ну, а останавливать Илидана любой ценой мы уже, конечно, с вами будем в следующем видео. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, всегда стараюсь всем отвечать. И спасибо всем тем, кто проявляет активность на канале. До скорых встреч и всем пока.